я хожу на футбол, и я очень люблю футбол, потому что это очень интересный вид спорта. Он очень актуален среди подростков, парней, но в данное время в Аше открылся новая команда женская, и называется она «Академия Южанка». Здесь очень интересно. С детства интересовалась, да, футболом. И когда я была маленькой, мой папа играл немножко в футбол и слегка меня учил, когда мне было 5 лет, да. И с того момента, как бы, я хотела заниматься футболом, но мама запрещала. И я пошла на гимнастику. И я занималась 3 года гимнастикой, а потом расхотелось, да. Когда я выросла, я сама решила, что пойду на футбол. Почему мне нравится этот вид спорта? Этот вид спорта увлекательный, и некоторые думают, что футбол только для мужского пола, но это не так. Для девочек это тоже очень интересный вид спорта. Девочки, у них тоже это хорошо получается. Ну, конечно, да, мне будет обидно. Я не считаю, что женщины чем-то отличаются от мужчин, что они не имеют права играть в футбол. Также с детства, да, нас мальчики не любили, они с нами не хотели играть, но мы выпрашивали их, старались как-то, помогали им, вот, но теперь, да, они нас с удовольствием берут, по командам разбирают, мы даже забиваем им. В угол постарайся попасть, не торопись, видишь, ты не успеваешь, не торопись. С девочками очень сложно, так как отдельная. Как атмосфера другая совсем. Не развит он у нас. Очень редко, мало кого отпускает на тренировки. Я хочу, чтобы женский футбол был очень развитым, да? Ну, футбол, во-первых, это укрепляет наши мышцы, наш скелет, наше здоровье, да? Помогает нам вырабатывать силу воли. Я хочу тоже стать тренером. Так сказать, мечта, мое желание. Вот. Я хочу тоже себе команду. План на будущее у меня... Я хочу поступить в медицинский университет, но и также заниматься спортом, футболом. Футбол очень подходящий для меня, так как это я шустрая, и мне нравится такая суета, которая происходит во время футбола. Я учусь, нет, футбол мне, конечно, ничем не мешает. Учителя как-то даже за, они нас отпускают на соревнования без всяких проблем, вопросов там. Будущее у нас сборная Кыргызстана. Можно, если игрока вот заметят сборной, то может позвать какой-то клуб, ну, к примеру, с Узбекистана, с Казахстана, с России. Южанка!